Руководитель региона вместе с мэром города побывал на нескольких строительных площадках. Чаще всего это участки, разрешение на которых выдано под индивидуальную жилую застройку. А вместо этого там вырастают многоэтажные жилые комплексы. Дайте мне конкретный анализ или конкретную фактуру, а анализ сделаю я сам. Вот на каждом метре кто и как реагировал. Если вы на третьем метре этого дома посылали кому-то жалобы или обращались к иным правоохранительным органам, и там не было реакции, значит, я хочу увидеть эту аналитику. Реагировали мы сначала рытья котлована, мы давали предписание, потому что разрешение брали на индивидуальный жилой дом. К сожалению, вырос 10-этажный многоквартирный дом. В судах по решению этого вопроса мы находились порядка 3 лет. Сегодня новые технологии. Строят ночами, полиция выезжает, постоянно снимали здесь гастарбайтеров. В реестре незаконных сейчас в Геленджике находятся 102 стройки. 12 из них должны снести по решению суда.